А знаете, люди, где стоит памятник букве Ё? В Ульяновске, по-старому Симбирске, на родине историка Николая Карамзина, который ввел это Ё в русский язык. Ульяновск умеет удивлять. Тут, например, выпускают мощнейший в стране самолет. Один Руслан берет на борт 150 тонн груза. Здесь по соседству две реки – Волга и Свияга. Текут параллельно, но в разные стороны. Удивляетесь? А ведь и с людьми так бывает. Вот взять лидеров двух русских революций – Владимира Ульянова Ленина и Александра Керенского. Вели они народ совсем в разные стороны, а родились оба в одном городе – Симбирске. Во как! Люди разные – а страна одна.